В прежние времена долгожданные каникулы, время отдыха учащихся гимназий, называли вакациями. О них подробно можно узнать на выставке «Каникулы-вакации», которая открылась в музее Симбирской классической гимназии. В переводе с латинского языка слово «вакация» означает «пустое» или «свободное время». В музейной экспозиции размещены подлинные почтовые карточки из фондов музея-заповедника «Родина Ленина», где изображены дети во время каникул. Традиционно каникулы бывают по временам года. Зимние, в гимназическое время рождественские, весенние, в гимназии пасхальные, ну и там самые длинные, самые любимые летние каникулы, которые длились 2,5–3 месяца. Развлечения во время каникул гимназистов и учеников советских школ во многом совпадали. Например, катание на коньках. На выставке можно увидеть подлинные коньки, сделанные в Нидерландах во второй половине 19 века. У них нет привычных для нас ботинок. Они представляют собой деревянную основу с лезвиями. Ну а вот воспитанники нашей гимназии имели уникальную возможность кататься на катке, который устраивался неподалеку от гимназии, где гимназисты совершенствовали свое мастерство и очень в этом преуспевали. Они не просто катались по кругу или по прямой, были начало так называемого фигурного катания. Они могли устроить и спирали, и цепи. Если за окном бушевала метель или была низкая температура, можно было заняться тихими играми, в том числе и карточными, хотя карты были строго запрещены уставом гимназии. Гимназисты старших классов играли в интеллектуальные карточные игры. Одной из самых сложных была игра «Винт». Набор карт для этой игры, где 52 экземпляра, тоже представлены в одной из витрин выставки. Также гимназисты любили играть с семьей в лото или читать книги. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.